каждый из нас испытывал чувство первой любви. Согласны? Так вот, к чему это я? В преддверии Дня семьи, любви и верности поговорим о первой любви. А вот сразу, говорят, клюнула. Вот так получилось. В одной компании сидели, и я заметила, что он за мной следит очень, а я на него как посмотрела, это все. Он шел из школы, я шла в школу. Звезды, поле, супер. Мы как начали мечтать, я до сих пор помню. Фантазировали, какая профессия будет у нас. Николай его звали. Это, кстати, мой муж. 57 лет уже любим друг друга. Я не здесь жила. Танцевала в ансамбле. И там познакомилась с молодым человеком. И это была моя первая любовь. Ой, такую пощечину влепила. Начали на свидание ходить, на танцы. Сейчас дискотека, раньше танцы были, ходили. Ну, так, поженились потом. Друг другу понравились. Не передать этом. В одной школе учились. Он постарше, я помладше. Так встретились, увидели. Ну, как-то вот общались. Полюбили в Сибири. И ждали. Потом пришлось переехать сюда, в Молдавию, в Тирасполь. А где хоть познакомились? На дискотеке. На дискотеке где? В 80-х годах. В селе, у бабушки. Он занимался волейболом, а я ходила, болела. В республике 2024 год объявлен годом семейных ценностей. Любите и будьте любимы. Всем пока.